Время новостей на нашем телеканале. В студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Для начала коротко расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Два человека попали в больницу после того, как их сбила машина, выехавшая на тротуар. Момент наезда засняли камеры видеонаблюдения. Подросток был ранен из пневматического оружия. В него попала пуля, срикошетившая после выстрела неизвестного. Еще одно дело, открытое на имя отстраненного от должности генерального прокурора, завершено. Стайногла обвиняют по трем пунктам. Что говорит его адвокат, узнаете из нашего выпуска. За последние два месяца количество доноров крови сократилось вдвое, а количество пациентов, нуждающихся в переливаниях, растет. Чтобы пополнить запасы, органы здравоохранения инициировали кампанию по сбору крови. Далее все это и многое другое подробно. Два человека госпитализированы в больницу Камрата в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Кангас. Их сбила машина, которая на высокой скорости выехала на тротуар. Наезд на пешеходов зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в соответствующей зоне. Корреспонденты ТВ-6 связались с представителями больницы, которые сообщили нам, что состояние обоих пациентов очень тяжелое, и в ближайшее время они будут доставлены в столицу. Состояние их не было крайне тяжелое. На сегодняшний день остаются тяжелые, но стабильные. Решается вопрос перевода их для дальнейшего лечения в Кишинев, больницу скорой помощи. Множественные переломы имеются. Они находятся сейчас один в реанимации, один в травматологии. Предупреждаем, далее следуют кадры, которые могут оказать сильное эмоциональное воздействие на зрителей. На высокой скорости машина, за рулем которой был житель села Кангас, буквально снесла двух человек, стоящих на обочине. В пресс-службе Камратского инспектората полиции не ответили на наши звонки и сообщения для получения дополнительной информации о происшествии. Местные СМИ сообщают, что за рулем автомобиля находился 26-летний мужчина. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы. Разыскиваемый Интерполом преступник из Российской Федерации задержан вечером в среду при въезде в Молдову через контрольно-пропускной пункт в Атаках. Пограничники выявили среди лиц, пересекающих границу, 49-летнего российского гражданина, объявленного в международный розыск. Как сообщает пограничная полиция, задержанный сбежал от наказания за совершенное на родине преступление, а именно контрабанду в составе организованной группы. Преступник помещен в изолятор временного содержания Единского инспектората полиции до выяснения всех обстоятельств. В Лиово подросток был ранен из пневматического оружия. Инцидент произошел накануне вечером. По некоторым данным, в 15-летнего парня попала пуля, срикошетившая после выстрела неизвестного. Информацию полицейские получили из больницы, куда был доставлен пострадавший. Вечером 21 сентября в полицию города Лиово поступило сообщение службы скорой медицинской помощи о том, что в больницу поступил несовершеннолетний с ранением руки, характерным для пневматического оружия. В данный момент ему ничего не угрожает. В ответ на нашу просьбу сообщить подробности случившегося и есть ли подозреваемые, в полиции заявили, что по данному факту открыто уголовное дело и все обстоятельства устанавливаются. 45-летнему мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение, если его признают виновным в изнасиловании 12-летней дочери своей сожительницы. По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, действия сексуального характера, в том числе с применением физической силы, продолжались на протяжении почти полутора лет, а начались, когда мать девочки находилась в роддоме в ожидании рождения младшей дочери. Прокуратура сообщает, что в июне этого года обвиняемый был помещен под предварительный арест. Сейчас дело направили в суд. Отмечается, что мужчина не сотрудничал со следствием. Однако, как считают следователи, его вина подтверждается совокупностью собранных доказательств. Пострадавшей от насилия девочке оказана психологическая помощь. Сейчас она находится в специализированном центре. Национальный центр по борьбе с коррупцией и прокуратура по борьбе с коррупцией объявили сегодня о завершении уголовного расследования по делу об активной коррупции, в котором обвиняется заключенный, осужденный на 17 лет за убийство. Согласно опубликованному пресс-релизу, речь идет о бизнесмене из Неспарен, который несколько месяцев назад попытался купить себе свободу, предложив взятку сотруднику Национальной администрации пенитенциарных учреждений. По словам прокуроров, заключенный предложил 5000 евро представителю пенитенциарной системы, но тот сообщил об этом в НЦБК.
Правоохранителям удалось задокументировать несколько разговоров между обвиняемым и его разоблачителем. Осужденный просил офицера написать в рапорте, что тот не представляет существенной опасности для общества в случае его досрочного освобождения. И хотя до этого уже был представлен отчет профильной комиссии, в котором указывалось на повышенный риск рецидива со стороны осужденного, он намеревался выступить с повторным запросом, в котором просил бы о пересмотре решения. Теперь это дело находится на рассмотрении судей. Согласно Уголовному кодексу, в случае признания виновным в активной коррупции, обвиняемому грозит до 6 лет заключения сверх оставшегося срока. Контрабандные сигареты почти на 19,5 тысяч леев обнаружили румынские таможенники на контрольно-пропускном пункте Стынка в прицепе автобуса, который следовал из Республики Молдова в Италию. Водитель, гражданин соседней страны, заявил, что собирался продать их в пункте назначения. Товар конфискован, транспортное средство задержано, в отношении водителя открыто уголовное дело. Пассажиры продолжили путь в другом автобусе фирмы-перевозчика. Генеральная прокуратура объявила о завершении еще одного уголовного дела в отношении отстраненного от должности генпрокурора Александра Стоянугла. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, пассивной коррупции и указании ложных данных в декларации о доходах. Один из адвокатов Стоянугла Виктор Мунсяну сообщил ТВ6, что ему пока ничего не известно о заявлении генпрокуратуры, и отметил, что выступит с реакцией после ознакомления с материалами дела. В пресс-релизе Генеральной прокуратуры сообщается, что отстраненный от должности генпрокурор Александр Стоянугла обвиняется в совершении преступлений, связанных со злоупотреблением служебным положением в интересах преступной организации, в результате чего из заключения был освобожден бизнесмен Вячеслав Платон, с которого незаконно, по версии следствия, были сняты обвинения, что нанесло госбюджету ущерб почти на 870 миллионов леев. Александр Стоянугла также обвиняется в пассивной коррупции, проявившейся в получении имущества и преимуществ в любой форме, которые ему не причитаются, на сумму более 63 миллионов леев от Вячеслава Платона. Его также обвиняют в указании ложных данных в декларации о доходах. Как утверждает прокурор, Стоянугла не указал в декларацию об имуществе и личных интересах тот факт, что его жена с января 2021 года является одним из выгодоприобретающих собственников компании, зарегистрированной в Украине. Адвокат отстраненного от должности генерального прокурора Виктор Мунтяну сообщил нашему телеканалу, что ему пока неизвестно о заявлении генпрокуратуры по этому делу. «Я пока ничего не знаю об этом, нас не уведомили. После того, как нас уведомят, мы, вероятно, представим реакцию. Сейчас я ничего не могу вам сказать, у меня нет информации». В Генпрокуратуре также сообщили о завершении уголовного дела в отношении двух прокуроров прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам, не назвав их имена. Их обвиняют в совместных и согласованных действиях с отстраненным генеральным прокурором по освобождению из заключения Вячеслава Платона и незаконном отказе от обвинения. На просьбу нашего телеканала о комментарии адвокат бизнесмена Вячеслава Платона Ион Крецу прокомментировал заявление, касающееся его клиента. «Не знаю, я даже шокирован от всего этого. Не знаю, как могли придумать что-то подобное. Это не соответствует действительности. Я ничего не знаю, его даже не допросили». Дело будет передано в суд после того, как с его материалами ознакомится адвокат, сообщили в Генпрокуратуре. Там также отметили, что в отношении Стоянугла продолжается следствие по двум уголовным делам, связанным со злоупотреблением служебным положением в качестве бывшего председателя парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, а также незаконным обогащением. Решением апелляционной палаты Кишинева судебный надзор в отношении Стоянугла был продлен на 60 дней. Судебная инстанция удовлетворила ходатайство прокурора по борьбе с коррупцией, а также обращение адвокатов о снятии ряда ограничений. Стоянугла вернули паспорт и восстановили право выезжать за пределы страны, делать заявления для прессы, а также участвовать в публичных встречах или дискуссиях с бывшими коллегами. При этом он обязан являться в прокуратуру или суд по повестке и сообщать о возможной смене места проживания. Александр Стоянугла был задержан 5 октября 2021 года. Обвинение в свой адрес он отвергает. Международный валютный фонд принял решение выделить Молдове 27 миллионов долларов после оценки реформ в области налогового администрирования и борьбы с коррупцией. По сообщению правительства, эти средства будут направлены на внедрение проектов, направленных на повышение экономической устойчивости страны и на покрытие социально-экономических расходов. Выделяемые средства являются частью пакета в размере 800 миллионов долларов, в котором наша страна может получить доступ в течение 40 месяцев, если выполнит определенные условия, установленные в соглашении с МВФ.
С учетом выделяемых средств, общий объем поддержки, полученной Республикой Молдова от МВФ в рамках данного пакета, составляет к настоящему времени 242 миллиона долларов. Финансирование необходимо в ситуации, когда война в Украине продолжает оказывать влияние на Республику Молдова, а именно рост цен на продукты питания и энергоресурсы, инфляция и риски, связанные с энергетическим кризисом, говорится в сообщении правительства. Республика Молдова сможет получать более 2 миллиардов кубометров природного газа в год по газопроводу Яса-Кишинев. Об этом заявил премьер-министр Румынии Николай Чуков в послании участникам румынской международной конференции по газу. Особое внимание мы уделили поддержке Республики Молдова, переживающей острые последствия энергетического кризиса. Ввод в эксплуатацию газопровода Онежь-Гыр-Ешь-Лицканы-Унгены-Кишинев представляет собой последовательную поддержку, поскольку открывает для Республики Молдова возможность получать до 2 миллиардов 200 миллионов кубометров природного газа в год. Следует отметить, что министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину принял участие в министерской встрече под председательством премьер-министра Румынии Николая Чука, которая прошла в Бухаресте в связи с проведением в Румынии конференции. В ходе встречи Спину рассказал о направлениях развития энергетики в Республике Молдова и альтернативах обеспечения граждан природным газом в зимний период. Он подчеркнул необходимость диверсификации газоснабжения нашей страны в новых условиях на международном энергетическом рынке. Во встрече также участвовали министры энергетики Румынии, Украины, Азербайджана, Грузии, Турции, Греции, Болгарии и Венгрии. Президент Майя Санду с трибуны ООН осудила объявленную в России частичную мобилизацию и потребовала от Москвы вывести свои войска, дислоцированные в Молдове. Кроме того, Санду заявила о необходимости уничтожения боеприпасов на складах в Колбасне, подчеркнув, что они представляют угрозу безопасности и окружающей среде всего региона. Москва пока никак не отреагировала на эти заявления. В своем выступлении на 77-й Генеральной Ассамблее ООН президент Молдовы Майя Санду заявила, что российско-украинская война нарушила глобальную систему безопасности. Глава государства призвала международное сообщество объединиться для поддержки Киева и преодоления спровоцированных войной кризисов. Мы решительно осуждаем войну против Украины и дополнительную мобилизацию войск, о которой недавно объявила Россия. Мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем ее независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ. Глава государства также повторила требования о полном и безоговорочном выводе российских войск из Приднестровского региона. Незаконное присутствие российских войск в Приднестровском регионе нарушает наш нейтралитет и увеличивает риски безопасности для нашей страны. Мы требуем полного и безоговорочного вывода российских войск. Мы призываем к ликвидации боеприпасов на складах в Колбасне, которые представляют угрозу для безопасности и экологии всего региона. Кремль пока не прокомментировал заявление Майи Санду. Следует отметить, что вскоре после избрания президентом, а также в своем выступлении на 76-й Генеральной Ассамблее ООН в прошлом году, глава государства также призвала к замене российских войск в Приднестровском регионе на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. В ответ пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что изменение существующего положения на левом берегу Днестра может привести к существенной дестабилизации ситуации в регионе. Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение статус-кво, которое опирается на дух и букву международного права, может привести к серьезной дестабилизации, заявил Песков на пресс-конференции. Напомним, 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что Россия вводит частичную мобилизацию в стране. Кремлевский лидер пообещал полную поддержку в организации референдумов на территориях, контролируемых российскими военными. Путин обосновал решение прямыми угрозами в адрес России, отметив, что основная цель так называемой спецоперации в Украине остается неизменной – освобождение всей территории Донбасса.
Со своей стороны министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская Федерация обладает огромным мобилизационным ресурсом, который оценивается в 25 миллионов человек, но ожидается призыв немногим более 1% от этого, то есть примерно 300 тысяч человек. Западные политики тут же отреагировали на заявление российских высокопоставленных лиц. В МИД Великобритании считают, что эти меры приведут к эскалации напряженности в регионе. Вице-канцлер Германии назвал частичную мобилизацию в России неверным шагом. Посол США в Украине Бриджит Бринг написала в Твиттере, что фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости и провала России. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии для Reuters заявил, что это абсолютно предсказуемое обращение, которое, по его мнению, больше похоже на попытку России оправдать собственную неудачу. Вернемся в Молдову. В эти минуты парламент рассматривает вотум недоверия кабинету министров Натальи Гаврилицы, выдвинутый блоком коммунистов и социалистов. Дискуссии по этому вопросу ведутся уже более 3 часов. Премьер-министр представил отчет о деятельности правительственной команды, в котором рассказала о достижениях министров и раскритиковала авторов вотума недоверия за то, что они не подставили плечо в столь тяжелый период для управления страной. Аргументы блока коммунистов и социалистов Наталья Гаврилица назвала сборником лжи, который показывает не только отсутствие идей у авторов, но и отсутствие компетентности и элементарной профессиональной подготовки. По ее словам, стране нужна конструктивная оппозиция, которая будет критиковать власть, но не только ради критики или пиара. В ответ депутаты от БКС напомнили премьер-министру, что граждане не согласны с действиями правительства, поэтому и выходят на улицы с протестами, и прочли некоторые сообщения, отправленные протестующими перед парламентом людьми, в которых говорится, что в палатках сейчас так же тепло, как будет зимой в их домах. Председатель партии ШОР Илан Шор сегодня утром заявил, что депутаты его фракции не будут участвовать в работе парламента, поскольку пленарные заседания, по его словам, превратились в собрание по оказанию помощи ПДС и ее лидерам. Мы попытались получить комментарий по этому поводу у пресс-секретаря фракции ПДС Адрианы Влас, но она не ответила на наши звонки и сообщения. Ранее спикер Игорь Гроссу заявил, что парламентское большинство не поддержит вотум недоверия правительству Гаврилицы. На вопрос о шансах вынесения вотума недоверия кабинету министров Гроссу сказал, что они нулевые. Депутаты от партии ШОР представили сегодня в сквере перед парламентом отчет о выдвинутых ими законодательных инициативах, которые были отвергнуты мажоритарной фракцией ПДС. По словам парламентариев, проекты законов, предложенные оппозицией и направленные на улучшение жизни большинства граждан страны, не проходят в парламенте. В связи с этим данные инициативы были символически проголосованы и приняты протестующими из городка Перемен в центре столицы. Депутаты фракции партии ШОР провели брифинг, на котором заявили, что власть не слышит оппозиционные партии, несмотря на то, что за них проголосовала половина граждан страны. По словам народных избранников, парламентское большинство от ПДС не поддержало предложенные оппозицией законопроекты, направленные на поддержку граждан в период кризиса. Например, об оказании финансовой поддержки сельхозпроизводителям, пострадавшим от засухи, предоставлении единовременной помощи в размере 10 тысяч леев тем гражданам, чья зарплата составляет менее 5 тысяч леев, или о снижении пенсионного возраста. Еще одна отвергнутая законодательная инициатива предусматривает введение 50% налога на доходы коммерческих банков. Сегодня аграрии, так же как и вы, в различных районах страны устраивают митинги, устраивают демонстрации, потому что аграрии выжить не могут. Партия ШОР предложила снизить налоговый кодекс для сельхозпроизводителей. Арендатели для сельхозпроизводителей с 20% на 8%. Это в 3-4 раза бы снизило цены на продукцию. После того, как законопроекты, призванные поддержать граждан во время кризиса, были представлены участникам протеста у здания парламента, они были единогласно поддержаны манифестантами. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что это хороший проект? Надо за него голосовать! Наши проекты просто не рассматриваются. С таким положением дел, конечно, надо заканчивать. И мы с вами честно давали этим людям время для того, чтобы они проявили себя, для того, чтобы они прислушались к оппозиции. С сегодняшнего дня у нас с вами не остается другого выхода, кроме как требовать досрочных парламентских и президентских выборов. Рушение Серафии! Рушение Серафии! Я вам обещаю.
С обращением в режиме видеоконференции перед собравшимися выступил председатель партии ШОР Илан Шор. Он заявил, что оппозиция не сдастся и протесты продолжатся. Илан Шор призвал граждан массово выйти на протест, который состоится в воскресенье 25 сентября перед зданием администрации президента, начиная с 15 часов. Сегодня единственная и самая главная цель – это досрочные парламентские и президентские выборы. У нас нет другого пути. Цель вот здесь. Цель – это доступная цена на энергоресурсы, это большие пенсии, это деньги в карманах у народа. Глава управления по связям со СМИ в аппарате президента Ирина Гатишан написала нам, что учреждение не будет комментировать эти заявления. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас и пресс-секретарь парламента Светлана Руденко не ответили на наше сообщение. Ранее представители правительства заявили, что проходящие в стране протесты направлены на дестабилизацию ситуации. А депутат от ПДС Адриан Белуцел в эфире телеканала ТВ-8 сказал, что компетентные органы собирают доказательства того, что партия ШОР платит людям за участие в протесте в режиме нон-стоп перед зданием парламента. Однако до сих пор власти не представили никаких доказательств, что люди, протестующие в палатках, получают за это деньги. В среду пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Марьяна Бицыву заявила нашему телеканалу, что сообщение об этом проверяется. По данным Национального бюро статистики, в августе годовой уровень инфляции составил 34,29%. За год продовольственные товары подорожали более чем на 38%, непродовольственные на 23%, а услуги более чем на 45%. Цены на газ выросли на 362%, на отопление на 92%, на электроэнергию почти на 60%. Для оказания социальной поддержки населению власти повысили минимальную заработную плату в бюджетной сфере на 60%, а в реальном секторе экономики на 20% до 3500 леев. При этом с 1 октября всем пенсионерам, получающим ежемесячно менее 5000 леев, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1500 леев. Работникам бюджетной сферы зарплаты до 15 тысяч леев будет предоставлена единовременная помощь в размере 3000 леев. Продолжаем выпуск. В Молдове запас донорской крови и препаратов из нее в настоящий момент составляет 50% от необходимой нормы, сообщают в Национальном центре переливания крови. За последние два месяца число доноров сократилось почти на 50%. При этом численность пациентов, нуждающихся в переливании, постоянно растет. Для пополнения запаса с 15 сентября центр проводит в ряде медицинских учреждений Кишинева и Бельц первый этап кампании «Медицинское сообщество сдает кровь, дарит жизнь». По словам замглавы Национального центра переливания крови Дойны Бонарь, за последние два месяца количество запросов на кровь и ее препараты от медучреждений выросло примерно на 30%, а вот доноров стало меньше примерно на 50%. Количество доноров снизилось, учитывая, что лето – период отпусков. И учащиеся, которые могли бы сдавать кровь, уезжают домой. А это весомая часть доноров, многие из которых регулярно, системно сдают кровь. В среднем ежемесячно по стране требуется около 6 тысяч доз плазмы и эритроцитарной массы. Есть еще неприкосновенный запас 8 тысяч доз препаратов, которые находятся на длительном хранении. Для поддержания резерва центру переливания нужны доноры. Есть люди, которые системно сдают кровь каждые 2-3 месяца. По словам Дойны Бонарь, их около 50 человек. Еще 52 тысячи делают это регулярно, но не более 1-2 раз в год. Николай приходит в центр несколько лет подряд. Сегодня он сдает кровь в 10-й раз. Здесь 10-й раз. И прихожу для того, чтобы помогать детям, онкобольным, чтобы они могли получить еще один шанс на жизнь. Особенно вторая положительная, просто тромбоциты – это хороший анализ. У меня хороший анализ на тромбоциты. И за счет этого я могу сдавать для детей и онкобольных. Ну, иногда сам прихожу, иногда нам звонят и говорят, что нам надо сдать. Дети нуждаются в крови. Чтобы компенсировать дефицит крови текущего запаса, который на данный момент снижен на 50%, в банке примерно 2300 доз, Национальный центр переливания крови начал кампанию «Медицинское сообщество сдает кровь, дарит жизнь». В ней приняли участие многие медики из Кишинева и Бельц.
Почти каждый день сталкиваюсь с тем, что нашим пациентам, пациенты нуждаются в переливании крови, потому что я врач-хирург, и у нас есть пациенты с травмой, с кровотечением. Это очень важно пополнять запасы. Когда он дефицит, и... Сейчас есть дефицит крови. Мы первые должны подать пример населению, чтобы люди шли в доноры. Наш институт использует очень много донорской крови и препаратов крови. Ежедневно около 6 литров, которые спасают около 20 пациентов. Мы очень рады помочь центру переливания крови таким образом. По словам Дойны Бонарь, донорам предоставляются льготы в общественном транспорте, 2 выходных дня и продуктовый пакет. Во время первого этапа компании «Медицинское сообщество сдает кровь, дарит жизнь», которая продлится до 23 сентября, планирует получить около 1500 доз крови и плазмы. Следующий этап стартует 29 сентября. В ней примут участие сотрудники МВД. Всего для обеспечения нужд республики в год требуется около 70 тысяч доз крови. С начала пандемии более 53 тысяч детей в Молдове заболели коронавирусом. Такие данные представлены Министерством здравоохранения на национальном симпозиуме «Инфекция COVID-19 среди детей. Риски осложнения и эволюционные последствия». Хотя в последнее время число несовершеннолетних госпитализированных с COVID-19 уменьшилось, медики подчеркивают, что их необходимо лечить своевременно, иначе последствия коронавируса могут плачевно отразиться на здоровье. Хотя за последний месяц в больницах Кишинева наблюдается сокращение уровня госпитализации детей, инфицированных коронавирусом, врачи призывают родителей к осторожности. В Институте матери и ребенка сейчас проходит лечение 18 детишек, двое из которых в возрасте до 1 месяца, а 8 – до 1 года. Я рад, что в последнее время мы наблюдаем снижение числа случаев COVID-19 среди беременных и детей. В данный момент в Институте матери и ребенка из 5 отделений, открытых в начале года, осталось только одно отделение для детей. Аналогичная ситуация в муниципальной детской клинической инфекционной больнице, где лечение сейчас проходит 27 детей. В последнее время у нас наблюдается снижение количества госпитализаций в отделении COVID-19. Если сравнивать с предыдущим месяцем, снижение очевидно. В августе у нас было 130 госпитализированных пациентов. Вместе с тем, врачи отмечают, что недолеченная коронавирусная инфекция, либо если лечением занимались на дому, может привести к осложнениям. Более тяжелыми осложнениями COVID-19 являются кратковременные осложнения, то есть поражение легочной системы с бронхитом, с пневмонией. Мы не знаем, какими будут осложнения или последствия более позднего периода у детей, но они могут быть и у детей старшего возраста. Утомляемость, бактериальные осложнения. Возможно, очень серьезные последствия как с пульмонологической, так и с неврологической точки зрения. Поэтому лечение должно быть комплексным и очень важна постковидная реабилитация. В Республике Молдова зарегистрировано более 53 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди детей, что составляет около 10% от общего числа заболевших. По данным Министерства здравоохранения, с марта 2020 года по сегодняшний день в стране зарегистрировано 590 тысяч случаев заражения COVID-19. 12 тысяч человек скончались. В связи с этим врачи призывают граждан соблюдать правила гигиены, социальную дистанцию и носить маски в закрытых помещениях и людных местах. Таким был сегодняшний день глазами наших корреспондентов. Я, Олеся Кайряк, на этом с вами прощаюсь и напоминаю, что вы можете следить за главными новостями в стране и мире круглосуточно на сайте tv6.md, на наших официальных страницах в соцсетях. Оставайтесь и далее на нашем телеканале, берегите себя и до встречи в эфире.